Я пусовала разве? Для Ну-ка, Японии. собирать начали. Если ты япончику, то япончик расформировал, и все пианисты пусают. Сейчас вам танка будете держать? Ну-ка, ладно, Драгонсон вводит танков, смог проехать. Все, Лёв, больше отходить не буду. Рау, где моя МК? Заслужи. Адмирал, ты включил стрим? Сейчас я буду пулеметчиком. Адмирал, ну-ка еще раз на пульт. Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Че, Миш, тебя уже убили разок? Скоро ты присоединишься к своим друзьям. О, а как к нам умудрился попасть младший лейтенант? Мальчик молодой. И тут же ливны, да? Куда? Да. И куда? Угу. Так, нахуя он? Мне просто интересно, кто его взял. А где ты его видишь? Открой информацию, журнал. Вот 4 часа назад. Далок какой-то. Я даже не знаю, кто это. Ну, он скупил и покинул. Вообще это ПВПшник, тем более он ебаный. Я знаю, что это абсолютно безрукий ПВПшник, да, причем, потому что он даже в ПВЕ не в состоянии был выносить ни лужи, ничего прочего. Амир, помнишь, у нас был лог, который во время РТ в РС спросил, а зачем заходить? Вот это был он. Я не удивлен, знаешь. Куда заходить? Во тьму? В Дискорд. А, все еще хуже. Ни у кого не лагает от луча. Ага.
На форуме плакали, то что там 2-3 улучшают, все пиздец, комп встает. Может, там Лэри какого-нибудь? Либо когда ты много трэша бьешь. Не, там не знаю, что. Не, ну учитывая то, что жалуются. И старую работу 2-5 протопа. Все возможно. Все лучше. Не знаю, мне нормально пока. Не видите, он на минимальной графике, блядь, заебись показывает этот луч, зато не показывается шип на джайне. Когда до Халика дойдете. Мира, он неплохо бьет, даже не оценит. Да. Ты мне лучше скажи, у кого там ассисты. Фроня. Япончик. А, не, япончик, нет. Фроня. Что вы мне плюсуете, броня? Он привычка, чё? Вот первую, коварь вторую, дракон третий. Знаешь, сейчас бы 4 стака этих кристаллов на третий спек, когда у меня на магии его нету. Сделай четверча. Цирк приехал.
пальцы не трогают, иди. Взвесить, если понадобится. Короче, я адмирала передамажу, потом того, что у меня пальцы не попадут. А, типа все хилы за рукой, да? Я тут сейчас был. Приятно, когда Денечка на хиле, хоть кто-то хилит. Как, блять, это произошло? Я всегда шел впереди тебя, под конец, блять, ты просто, сука, с пятой точки, нахуй, в первую вырвался. Генерал, мне 400 хаста не хватает. Сейчас нормально еще будет. Это я в крит висел. Миша, спекнись в аркану, унеси его еще в аркане. Аркан же от СПД зависит, мне там вообще шансов нету. У него СПД, блять, я ебу, либо бу. Аркан хаст СПД, ну ему там 1800 хасты надо, чтобы и во фросте нормально было, и в аркане. Ну никак не крита. Да я просто так поиграл. Просто это, что вам никуда рассказывал, я все. Адмирал, а тебе с такими маленькими иконочками удобно играть? Да. Ну, эти именно, ТМВшные. Угу. Не, у меня огромные на мониторе. А чё будет замучен? Потому что... это с прошлой недели ещё. Чтобы уже, не ругались. Уже вроде нет. Наказание. Блядь, я только, сука, стаки спустил, и он нахуй сало бросил. Это называется фир, адмирал. Сало. Я же не могу кидать заклинание. В фире? Да. Хочу сало. Халика во хосте позже. Алёха, они у Халика. Сейчас. Так, миников принесли быстро. Это хорошо. Если бы вся сложность инста заключалась в миниках. Это знаешь, как пишут в наборе в гильдии. Прогресс гильдии РСХМ 3, там 4 из 4. 3 из 4. Типа, блядь, миников-то пиздец же сложно. Вот ты смеешься, а там кто-то писал когда-то такую хрень в чате, в общем. Причем не в героике, а в обычке. Это, по-моему... А, это в обычке? Да. Прогресс Халик, обычка 3 из 4. Там не Халик, там именно РС. РС 3 из 4. Слышите меня? Лёха, заходи! А ты кричишь. Тебя там слышно, но плохо. Просил позвать, я позвал. Сначала. Парада расскажет сейчас так. Давай, мы слушаем. Начинается все так же, как в РС обычке. Также будет падать метка, мы ее выносим. Определенные люди ее диспелят, выносите ее прям к краю, только у края диспелите. Эти метки остаются на долгое время, и они видны и во тьме, и в свету.
от метеорита сразу убегаем, потому... Хуяли лидер группы. И в огне вообще не попадаем. Потому что если вы хотя бы пару тиков огня получите, вы сразу умрете. Из метеорита будет выходить мелкий трэш плюс большой. Большого забирает Void, его свичивает РДД, заливает. Мелкий трэш бьют милики. Убили трэш, побили босса. Ушли во тьму. Как только перешли во тьму, никто не, сразу же не ударяет босса, чтобы не сорвать его. Во тьме будет теперь два лезвия вместо одного. И метку также выносим... перпендикулярно пузу. Короче, не под сферу, чтобы вас не сбрило лучом. На 50%... На, перед 50% мы стопнем ДПС, чтобы там все нормально произошло у нас с переходом. Назначенные люди выходят в свет, и все продолжается в то же самое, только теперь во тьме и свету. За метками следите, выносите ее на край, потому что они будут и там, и там. Метку, если упадет Фредди, у нас будет вайп. Вопрос, пожалуйста. Кто танчит свет, кто танчит тьму? И какие группы свет, какие группы тьма? А это уже Леха скажет. Нет, в смысле, ты... Первая группа тьма, все остальные свет. Хилы рейд, там... Рейд полностью сформирован. Полностью. Как говорится, расписан. Первая группа... Это тьма плюс адмирал. Все остальные... Может, сдохнет там. По хилам. Если сдохнет, мы числим на креста. Этот. Дальше. Все остальные это свет по хилам. По хилам. Чё у нас? Рестор шаман, два рестор друиды. Свет, тьма, Денчик, Прости и пока тут. Чё, Лёх, мне пока не нужен? Пока что. Окей. Всё, можете пулять. Вот. А потом у меня вопрос. Здесь сопрота, да? Коват тьма, Void свет, я так понимаю. Дракону в ретрика спекат? Ну да, в ретрике пускай будет. А те, кто во тьме, то есть первая группа и адмирал, вы пьете сопрот. И те, кто в свету, пьют СПД фласки. ДД. У меня вопрос. Я по видео видел, когда во тьме уносишь... Доты, дебаф. И, там по периметру летает сфера. Это сфера бывает сразу или что? Чего первое? Леха, можно уточнить по хилам? Леха, тут, короче, хилы не знают, где они стоят. Я же сказал, пока тут Денчик и Прости, тьма, все остальные свет. Остальные-то два, да? Три рестор шаман и два рестор друида на рте в хиле. А, вот все. А че вы раз сразу-то не сказали? Я вообще в коте побежала. Поставил рыбу. Миша, на первой этой. На первой метке. Куда убегать, если она на тебе? И на прям рыба. Метеорит сразу. Так же, как в РС-ке обычки. Назад выносит, потом бегает. Через хвост. Все. На самом деле, если вам вообще безвыходно бежать, вы можете просто остаться с той же стороны и уклониться от огня. У вас никакой ешки там бить не будет. Набав готовность. Кровать 10 секунд прилогнет. А так готов.
Мосса, иди, поможешь им, потом выйдешь в свет. Ведь все рыбы закрыты. Блин, скажи еще раз по друидам. Я запуталась, короче. Пока тут Простя и Денчик, они во тьме. Мосса, Нямка, Нарсия, свет. А, Никитос и Проня, вы напуливаете большого моба, когда он выйдет из метеора. Вот одного. Тебя в свету не будет так сильно бить, как во тьме. Тебя Нямка должен прохиливать. Кават, все, готов? Да. Давайте выйдите. А маленькие напуливаются? Да. Кстати, но Лёха, чё ты обоих демонов поставил во тьму? Маленьких в танка не напуливать. Маленькие забирают всякими старфолами, трапами и так. Не хотайте только рейд сейчас, ни хрена, потому что он согрится. Ой, на пол можете вообще не давать. А, тотемы нельзя ставить, пока босс не появится. Главное, следите за процентажом, когда мы выйдем в два мира. Я буду озвучивать. Прости, метка. Метеор. На пульте большого. Вышли из огня. Нахрен. Мелких заберите. Так. Больше АОЕ, больше. Метеор. Прибежали. Мелкого долейте, моба. РДД играет по большому, мелики по мелким. Так мало у него. На танке. Стопните по боссу, залейте трэш. По боссу. Ты не заходишь в добивание. Кават озвучишь. Заходим. О, нормально зашли. Че, заходим? Да уж, падать можно. Падать. Нет смысла БР тратить тут. Свет, зайдите возьму. Бегать в куче.
Просто середину халика отмеряешь у его пуза. Там бегает. Лёха, дай нам демона в свет. Чё ты обоих запихал во тьму? Вам они не нужны. Дайте пристав баф. Кват, Нарсия, Кват, Бон. Это ты похавал? Выйдите. Соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Метеорит. В огонь не встаем. Там сбоку. Хорошо, хоть сразу же его заливать. Прям вообще никого не ждите, сразу же заливать. Тимыч. Метеор 2 секунды. Прибежали. Смотрим, куда огонь идет. Пухан. Трэш, сразу же его нужно забрать. По боссу побейте немного. Вы найдете лишь страдания. Входите, если посмеете. Подожди, дыхание, потом скажи. Заходим. Заходят все, что? Да. Следите за сферами, когда появятся. Вот они летают позади вас. Смотрите, чтобы вы стояли в промежутке между ними. Провокатор. Кручу. Подходим. Левее. Еще левее, ну. Если вы выйдете с дебафом в портал, он автоматически диспелится, ребят. Так не делайте. Нарси, дай БР дракону там.
Котенок вышел. Наперед выносите. Хилковато. Он не встает. Дракон, блять. Отойдите чуть-чуть правее, кто там слева стоит. Стопните по боссу. Лезвия пройдут, потом дольем. Нет, вылезь. Подходим. Бейте. Все выходят под хвост. Портал под хвост босса. Портал либо у нас появится, либо под хвостом. Пошли под хвост. Адмирал, он тебе добав. Пропал под хвостом. Сейчас лезвия будут аккуратнее. Но не следите, что ли. РДД по большому. Заберите мелкий. Жесть свету вообще. Да успел, потому что никто не успел. Вышел нормально. Не успели. Падайте. Там половина просто не успела добежать под хвост. И он пропал портал. Слева от босса был портал чуть поближе. Я так скажу, половина долбоебов, которые побежали все равно под лицо, хотя им сказали под хвост, блядь. Падайте. Блять, вроде нормально озвучили, блять, под хвост выходим в портал, все равно половина долбоебов побежала под лицо, нахуя? Вы просто не понимаете одного банального момента. Когда вы выходите в свет, вы должны быть все в одном месте. Если вы в разных местах, метеор падает, блять, хуй пойми куда, и мобы появляются, хуй пойми где, блять. И начинается хаос. Да, ну вообще, почему сейчас мы вышли света, а он уже там стоял. Большой. Сейчас, короче, адмирал этот. Выходишь в свет. Вервульф, остаешься во тьме. Каски пристабав. Провокатор. Выйдите. Я просто хочу свет. Видеть как. Выйдите. Это пиздец. Бежали хуй пойми куда. Как. Крестните Войда и дайте ему рез. Тумли баб. Чё-то он задумался походу. Баф сразу по нему. Ой, рыба. Справа от тебя. В чем момент, если ловушка на вас повесится во тьме, вы сначала ее сдиспельте и только потом выходите в портал. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Просто иначе она присосет, и это вайп будет 100%. Метеор. Перебежали. Смотрим за огнем. Прям в нас идет.
Япончик. Перебежали. Если на вас дебаф и падает метеорит, вы его сначала выносите, потом под жопой проходите у босса. Пока тут. По большому, по боссу сыграть не надо. Заходим. Заебись за что. Ну заходите с круга, вам же сказали. Пиздец. А с круга и зашли. Да нет, я видел, заходили с рамба половина. Ладно. Вот те, кто умер. Да падайте. Короче, давайте хоть посмотрят люди, как что. Окей. Подкручивайтесь. Босс уходит, никто не смотрит. Падайте уж. Ребят, вам не всегда будут озвучивать. Тем более, когда я уйду в свет, вам вообще не будут озвучивать. Крутится он там, не крутится. Смотрите, где у него находится пузо. И вы стоите перпендикулярно. Смотреть лучи, двумя шариками. Лучи, блядь, появляются и пропадают лезвия, блядь, в одном и том же. То есть, грубо говоря, лезвия закончились, вы стали на той же позиционке и стоите. Появились новые, дальше побежали, ничего сложного. Только первое лезвие надо танку поставить. При этих первых лезвиях вы отходите на максимально дальнюю дистанцию от босса. Не находитесь возле пуза. Вам главное на первых лезвиях встать и выбрать позиционку. А дальше похуй. Адмирал, вставай. Не надо стоять под босс. Чем ближе вы к боссу находитесь, тем больше вероятности, что вы сдохнете. Сдохните, буду начислять по 1000. Вроде и ДПС хороший, и прохиливают вроде ничего. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Никитас, монтёр, перебежали там. Смотрим за огнем, прям в нас идет. Ухан.
Метеор, 2 секунды. Перебежали. И панчик. А босс играли немного. Видите кружочек слева? Подойдите к кружочку слева, чтобы по 90 градусов сразу же заходим. Он сорвал, да? Масса. Лезвие 5 секунд. Относите наперед, а не назад. Передвигаемся. Две. Вон сзади вас сферы летают. Смотрите, чтобы вы ровно посередине от левой и от правой находились. Сейчас вот остановились, здесь стоим, следующий появится в том же самом месте. Мы окажемся в середине. Норси, резай пухана. Вот, мы в середине, бежим. Не, пухан, нет. 5% до фазы. Стоп. Дайте им. Стоп, ДПС. Никитос. 2 секунды лезвия. Бьем. Под хвост выходим. Энерахи лама, дайте. Побежали, побежали, уже должны были побежать, как он встал. Жужжа, вообще метка была. Сказали же, с меткой не выходим. Метеор, прямо у нас здесь. Тьма, стоп. Бежали быстрее. Бей. РДД по-большому играют. Кладбон. Кладбон. Свет по боссу. Мелких доливать. Перебежали. Провокатор, убегай. Провокатор, метка. РТД по-большому. Свет, заливайте, заливайте. Метеорит. Мелких долейте. Перебежали. По-большому играем. Свет, стоп по боссу. По боссу. Перебежали. Стоп по боссу. В трэш играем.
Дайте БР Никитосу и дракону. БР и Никитос. По боссу играем. Перебежали. Пока тут реснет котенка. Стоп по боссу, свет. Вообще босса не трогаем. Нямка выбежал. Тимыч, дай БР по нямке. Я же по никто сдавал. Че, вдвоем с Моссой дали? Я же озвучил, даю по никто. Идёт 4 секунды. Перебежали. Танк умер. БР быстрее, пока держу. БР! Падайте. Быстрее! Ясно? Да. Было сколько? 5 секунд. Ну, обидел. 5 секунд, там весь рейд. Да уж, дамажить некому. Это, скажите мне, дураку, а чё он хилится? Он ебанутый? Чё он так много выхиливает? Кто? Босс. У него, блядь, 38%, потом хуяк снова 40. 38, снова 40. Но его, блядь, с этого с ракет отдвигали раз, наверное, 5. Это нормально? Падайте по 8. Мишаня, начисли женой на 1000, то он нихуя не понял. Лёх, давай заходи, потому что я не могу и БР смотреть, и на ком там что висит. Да я БР могу тебе и так озвучить. Ну, озвучиваю БР тогда. Рыбу поставил. Коты, Кладбона, чё ты сдох? На мне висели мобы, плюс на меня кинулась метка. И? Я побежал, выбежал метку выносить. Ну и походу в огонь попал, что ли. Заебись. Никитос, Розелина.